Многие цветоводы-любители занимаются выращиванием фиалочек, и поэтому встает вопрос, в какой горшочек их пересадить. Фиалки пересаживают можно в керамические, в пластиковые, но выбирают по размеру. То есть для фиалочки должен быть горшочек широкий и низенький. На примере вот этот горшочек, он будет правильный. Почему? То есть он невысокий и широкий. Почему должен такой? Так как у фиалок корневая система расположена очень близко к поверхности. Поэтому для них выбирают невысокие горшочки. Возьмем вот этот горшочек. Он все-таки будет неправильный. Почему? Потому что он очень высокий. То есть половина горшка будет пустое. И при поливе корневая система просто-напросто может загнить. Чем отличается керамический горшочек от пластикового? Ну, отличие, наверное, единственное, так как керамический горшок все-таки сделан из натурального материала, и влага здесь испаряется быстрее, поэтому полив растений будет производиться чаще. Пластиковый горшок, ну, пластик есть пластик, поэтому здесь влага задерживается очень долго, и полив растения, естественно, будет меньший.